Темла Underground Battle Edition 3. Ловим инжурюпи. Толя Курикеро, Капюшон, Ши, Иван Усатый. Пещена интро. Чини интро, пещена. Пещена интро. Лисовский, Ши, Мирон. Тяжелая артиллерия, чувак, да? Тут все жестко. Апропо, принтриал, лисать, приму батл, мундисы, батлышки, чувак, орёт, это тимпору тен русы, шал, чувак, это тимпору бытен румыны. Шещен сам нека, абя кум, трещен ла андерграунд Молдова, унди батлу, энтри до улимп, астай нормал. Галажи! Ши, ной ин 3, 2, 1. Хотя, ну, я даже не хочу алткил. Алекс. Ну, я спачу маля алткил. Я вам хай презент актеру. После батла ты съебешься со страхом, так же, как съебал всей страны плохо. Лисовский, Кишинев! Дажай панч. Я дозведем. Я давай. Дзи. Ну, акум спон, сука, требе сте лифчик шал фрумос нахуй тебе имбра какал. Ты поймешь, блядь. Пула ме нахуй. Я вайш сау фуд, сау ну фуд. Так плетенск с фуду на хорошая нахуй. Мирон, кахун. Пеленге мия ди евро, кари вафи кштигата ди премичал мари. În underground battle, mai este încă o persoană care foarte mult a influențat și a spus că dă un beat exclusiv. OT Beats, el dă un beat exclusiv pentru un participant favorit. Nu participantul care câștigă sau locul 4 sau locul 5 sau locul 6, nu mai contează. Un participant favorit, ceea ce înseamnă că oricine poate să aibă șansa să câștige un beat. Deci, începe Lisovski. Мускульное битво в голову ударило. Я тут бой дало такое пальто. Потом соснет, потом пысло. Поток слопок, я как Эдди Брок. И дам тебе бинок. Ты лежишь в могиле, это твой спин-офф, yeah. Ты хоть и Мирон, но здесь не будет. Ты моя сатира, я тут твой сатира. Черная пантера, называй меня Багира. Или бог мира блокирует мои панчи, сом на руки кулаки. Если в часе только дамы, то в рэпе дураки. Вот наглядный пример, начинай свой забег. Мой скульный раунд, лишь начало твоих бед. Одним словом я сую тебе штакет и ебашу головой о паркет. Вы хотели крови, вы хотели мяса. Тут нет значения расы и вообще мне ноль на массу. Так из-за тут пидораса, что он просто ноль. Ты сдох на первом батле, ты теперь как свой, йоу, ника. Ты лишь не такой рэпера, и все, ты лов тут. Ты записал трек, и теперь можно сдохнуть. Твоя звезда упала прямо мне на хуй. Закрой глаза, открой рот, урод. Если кто-то и без того с тобой, так это шок. Вот это шок, но! Опрежьте рок биту, ее приму раунд. Ну, мультсмес, мультсмес. Oprește beat-ul, eu primul round eu să-l dau acapella. Pentru tine, pridurac, ți-am scris o poezie, ascult. Кто ты ж Багира, а с тифут ка ун кал, нахуй, дят таца им брыкац, ну цруп шира с кинери, сука. Мне похуй батлить на молдавском или на русском. Все равно в моих текстах не пусто. Мой рэп — это искусство, и как ни крути, я всегда готовлю вкусно. Почти каждый умеет писать текст с панчами. Но какой толк с этих панчей, если они не с яйцами? У каждого есть свой стимул и право выбора. И пока я работал стать рэпером, ты мечтал, блядь, стать пидором? Заказывайте шлюху у меня, ребята, по дешевке я доставлю. Ты отсосешь сегодня, сука, если не захочешь, я заставлю!
В интернете там кто-то пишет: Мирон не такой уж мазафакер. Но лев не кричит о том, что он лев, пока гавкают собаки. Заебали те пиздюки, которые выебываются в интернете, но в батле они сосут. Приходите сюда и ебашьте хотя бы как те, которые уже ушли из батла, или как те, которые сегодня уйдут. А ты погоди, сука, с тобой я еще не закончил. Ведь все тут знают, блядь, что ты ночью дрочишь. Тебя палит перекачанная правая рука. Понимаешь, о чем я говорю? Ты каждый вечер... Тебя палит перекачанная левая рука. Понимаешь, о чем я говорю? Ты каждый вечер кричишь под... А ты погоди, сука, с тобой я еще не закончил. Ведь все тут знают, что ты, блядь, ночью дрочишь. Тебя палит перекачанная левая рука. Понимаешь, о чем я говорю? Ты каждый вечер кричишь по дому: «Мам, мам, смотри, это я удушил змею!» Ну как тебе подача, уебок? Как тебе мой флоу? Я тут ебашу, блядь, лучше спрячь свое ебло! Хотя ладно, погоди. Надевай лучше очки, чтобы я не попадал тебе в глаза, потому что я кончаю это дерьмо прямо на твое лицо. Пока! Ты просто соска чудо! Подайте шума пацану! Благодарю! А теперь, блядь, пошуми не долбоебу! Мои яйца железные, несмотря на то, что этот факт встречается редко. И как доказательство я признаюсь, это я трахнул маму железного человека! Твой ебалик — это черная дыра! Твой рэпак — это черная дыра! Твоя жопа — это черная дыра! Так что нахуй с пляжа, сука, нахуй с пляжа! Твой ебалик! Это черная дыра, твой рэпак. Это черная дыра, твоя жопа. Это черная дыра. Так что нахуй с пляжа, сука, нахуй с пляжа. Рау. Панчи с Google — охуенная тема, братан. Подожди, не ставь битву. Ты пытался читать на русском, у тебя акцент. Я тут пришел показать, что батл рэп. Давай битву. Подожди. Мир, он думал, что разнесет украсть. Все, что может разнести, то только пах, и то не факт. Пока я трел на битве, выпил пиво во дворе. Твоя сука сейчас на мне, она как на наркоте. Ну давай побатлим, побазарим, не досядь. Мы не парень, не кидай тут взгляды. Мы же люди, а не твари. Парень, ты не знаешь, что ты делаешь. Ты пишешь рэп, только он тебя не делает. Я там псих, поищи таких. Я кончил рэп и кончил жизнь себе. На язык и запи, ну пацан, то ли. Я передаю батю вид, пока ты ему все в жопу и цепляешь вид. Ты делаешь шоу, это выход бросов. Я тут дворик, ты набросок, я мечтаю все создать. Этот мир, он гордон, он готов. Мазурто или сытый мусорок. Хоть себя в окон, yeah. Эй, Мирон, тебя зовут не Окси. Я сонно чувствую себя в парадоксе. Эй, Мирон, тебя ебут японцы. Я тут самурай, харакири 8. Эй, Мирон, тебя зовут Йокси. Я сонно чувствую себя в парадоксе. Эй, Мирон, тебя ебут японцы. Я тут самурай, харакири 8. Эм! Поворунда, Мирон, Мирон. Попрежьте рок виду. Пацан, я просто не так им плачу батл рэпс, щи ануми акцентуат текст. Я тут а его доля, раунд тотал дал акапелла. На зэщи. Какая разница, какую шлюху ебать, раз я молод и хуй стоит.
Мне даже твои кривые зубы не будут мешать. Твой ебальник для моего члена как магнит. Когда я читаю, у девочек в зале встают соски. Видно по тебе, что ты без яиц, но я дам тебе трогать мои. Твои ебучие шмотки, спетые сраные строчки. Это как курить без фильтра после долгой охуенной дрочки. У тебя не было настоящего оппонента до сегодняшнего батла. Тебе нужен хуй во рту, а не микрофон. Так что работай над тем, в чем у тебя есть таланта. Вот пришел наш батл, вот пришел твой час. Ты нихуя не мужик, да и в этом батле ты вообще ни при чем. Твоя девушка с тобой намокла всего один раз. И то, когда вы с ней, сука, гуляли под дождем. Андерграунд должен расти, и пока я здесь, все под контролем. Будь спокоен, если мне нужно достичь вершины, то я взлетаю как Боинг. Я не просто какой-то рэпер, я рэпер 100 из 100. Но ты ведешь себя, как болотная рыба, ты клюешь на мой червяк. Я успею за час все то, что ты в музыке за всю жизнь сделаешь. Давай мериться яйцами, обещаю, что после ты станешь умнее. Ты ведь уравновешенный парень, ты всегда все взвешиваешь. Вот и возьми во рту мои яйца по очереди и скажи мне, какой из них тяжелее. Если рэп это спорт, достичь результатов тебе не поможет даже допинг. Какой из тебя рэпер? Во дворе каждый 12-летний тебя троллит. Ты, наверное, думаешь, вот бы, блин, контракт, альбом, тёлки и в Майами. Но ты сделал выбор еще в детстве, когда учился целоваться с помидорами, чтобы потом сосаться с парнями. Давай делать шире круг. Слушай сюда, внимательно, говнюк. Раз ты обосрался, съебись нахуй из страны, как этот, блядь, плахотнюк. А я мужчина настоящий, вот чем меня наградила природа. Я уважаю даже шлюху, и если услуги меня устраивают, то я ей плачу перед ее ухода. Бери столько, сколько думаешь, что стоишь. Раунд. Не ставь бит. Зачем? Зачем это все? Зачем это показуха, блядь? Подожди, тормози, Детло. Тормози. Я играю с тобой, будто в геймбой. Даже если ты выиграешь, все будут кричать: «Хуй с тобой!» На него лучше всего выиграть сегодня. Почему сипаться? Дай микрофон. Чувак, у тебя ще пойдите в моторе, ты ж был. Он следующий бат здесь берет. Я тут перекрёст, самый биг босс. Ты кричишь сос и берешь рот. Я батов нон-стоп, я готов утирать нос. Ну давай, Мирон, ты же лучше батя на Руси. Со мной мои все, моя энергия цель. Ты отсюда, бля, сгинь, а то начнется мой сдвиг. Что-то, парень, ты паник, или что-то ты фонишь. Может, все таки пиздишь, ты не тру, а просто мышки. Как под это, блядь, писать? Твои ответы на вопрос, затянул битос. Хи-ха, рэпа передос. И тут тупо... Дай еще раз. Дай. Покажи мне, батл-рэп, батл-рэп. Твое конченое битво. И сам же под него не читал. Я тут перекрёст, я мопик, босс. Ты кричишь сос и берешь в рот. Я баток нон-стоп, я готов утирать нос. Ну давай, Мирон, ты же лучше баттер на Руси. Со мной и мои все, моя энергия цель. Ты отсюда, блядь, гений, а то начнется мой спик. Что-то, парень, ты паник, или что-то ты фонишь. Может, все таки пиздишь, ты не тру, а просто мышь, мэн. Как под это, блядь, писать, вы ответьте на вопрос. Я включу битос, хип-ха, рэпа передоз. И тут пал в коматоз, меня скривило от бита. Болела голова и началась моя графа. Я поставлю точку всей твоей карьере. Не, ну ты уверен, песня уже света, хоть и не допели. Завожу и гелик, пока ты включаешь телек. Прыгаю на велик, опускаю веки. Оу, yeah. Опускаю руки, ты кричишь опять. Ты готов был проиграть, тебе здесь нечего терять. Рам! Yeah. Соски, инженер. Мирон, а три орунды? Или нет? Чувак, как писать? Просто DJ Luzis, как писать под этот бит?
Eu l-am făcut singur în jumătate de ceas, bag pula. Pohui, jumătate de ceas fac un beat. Dacă vreau în 5 minute mai fac un beat. În 10 minute mai fac un beat. Fac 10 beat-uri. În fiecare săptămână fac un album de beat-uri dacă vreau, bleați. Cac pisați, cum să intru pe beat-ul ăsta? Ciuvac, un rapper pizdat e măcar, bleați. În față la așa huisos, bleați, eu pot să citesc că e pat zvuchi pălisos, asuca, Mă cu scăzat такой факт. Перебат он мне сам сказал, что он писал под этот бит точно так же. Пизда бол. Интрига. У тебя порванное очко, я продолжаю тебя ебать. У меня вечный страх, о чем ты мог еще мечтать. Как долбоеб продолжаю вставлять всем шлюх подряд. Насчет твоих текстов, они как минет на битах. Этот батл меня прет, как после домашнего самогона. Этот куплет тебя рвет, как дешевого гондона. Твой рэп не андер, блядь, и даже не понты. Тебе пора выйти на улицу, наливай быстро чулки. Оппонент Лисовский, окей, гугл поиск Лисовского. Вот тебе результат, гондон быстро опознан. Ты пердишь, там что-то пишешь, но тебе нечего сказать. Я думал, заказать сегодня шлюх, но уже есть кого ебать. Ты засишешь новый ёбарь. Ты не пришел за бабки таких рэперов, как ты. Я курю просто с одной хатки. Но ты даже не рэпер, ты какой-то хуеплет. Это же не первый раз, не бойся, медленно открой рот. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Можешь полизать этот микрофон, дрочи своими пальцами. Потом быстро ко мне, сучка, будешь давать экзамены. Давай быстро на колени перед твоим хозяином. И когда спотеешь, я вытеру тебе лицо своими яйцами. Я тебя найду, даже если тебя будут закопать. Но от меня не скрыться, я буду копать и копать. Я когда из-под земли тебя достану, я буду продолжать тебя ебать, блядь, опять и опять. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот. Давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот, давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Лови это дерьмо, медленно открой рот, давай двигай головой, сучка, перед моим хуем. Ты дешевая шлюха, но между прочим, на тебя можно еще заработать. Продавая твои почки, раунд уебок! Я с офигенным ты. Я свидем. Мирон. Лисовский. Тут я дус, мои псы принес с собой, блядь, хуй поймешь. Чувак, тут я дус, а еще бригада дядя, я, блядь, вам единка хула, приму батл, блядь, сингур нахуй, пини минуку, ну ждем, блядь, пентру мини цыпа, мои мулдика, пентру тини, блядь, вон ци району, сука. Facem asta chiar la cameră, ca să n-apară întrebări pe urmă, dar eu mai am o obiecție. Totuși, regulile sunt reguli și eu am spus că o să fie fără cu matrizm și chestii genul dat. Eu rog Jurius nu prea ia în considerare a doilea, nu spun primul, spun a doilea, pentru că a fost subitul Lisovski și asta trebuie să fie subit. Spun să nu ia în considerare a doilea beat al lui Miron, nu beat, dar text. Totuși, regulă. Dacă faceți sub primul, nu era o problemă, dar sub a doilea, a capela, totuși, este o problemă. Da, până la urmă, eu zic de ce de publicul, totuși, până la urmă, voi, aștia din YouTube care se uită, hotăresc, dar asta e situația. Eu rog juriul să ia în considerare doar două bituri. A fost termen limit pentru bituri. Da. Da? Лисовский când mi-a dat mie bitul. O lună mai târziu după limite. Братан, у тебя было 2 месяца, 16 июля скинули. Когда 16-го? 2 месяца, 3 месяца, 5 месяцев. Прямо на камеру покажу, что он еще раз пиздобол! Слушай, уебок. О фост термин лимиты. О фост термин лимиты, пыны кэн сэдэй битурли. О фост термин лимиты, пыны кэн фиекарь сэдэй.
Вася Уфост, кандидат. Ну, аici, да, chestia serioasă, adică, într-adevăr, să începe ramsuri, în fine. Hai facem așa, totuși juriul hotărăște, dar în considerare ce am spus eu, luați. Deci, începe Tolia. Iară Tolia, iară Tolia. Bun. Băi, mie ne-au plăcut amândoi, Catare. Chiar Ștuf, acapella, primele două și a doilea subit. Catare tăt știu de Iseană, când e din star, de tine ne-au plăcut. Dar totuși, reguli-s reguli. Și Lisovski pentru mine, a trecut mai departe. Căpășon! N-am înțeles care a fost problema cu bitul, că mutam într-o parte. Ideea următoare, noi totuși avem acum la moment, avem BPM. Și aici înseamnă că avem beat. Eu pot să iert primul beat pentru că a fost de underground. Eu nu pot să iert adică momentul că... Adică faptul că a cântat acapella și nu pe beat, da? El a dat unul sub beat-ul lui Lisovski, a cântat acapella. Eu asta nu pot să iert. Fapt, beat-ul meu nu e problemă. Beat-ul lui... Ok, haideți să... Termenul limite până la urmă. Da. Termenul limite... Опоздал. Я с тобой говорил по телефону, ты опоздал, я не спорю. Да, потом затянулось на месяц еще батл, но до времени батла ты опоздал. То есть это тоже берем, да. То есть я нейтральный, я говорю, ты опоздал, ты записал не под бит. То есть да. Хайдер с фашмаша. Преспунинг есть он минус, дешек, но им партия лу Мирон, да, дику кубиту, да. Хай, как мы сыпунем им плюс, потому что ел факенд рэпа румына, тот, что факут он руса, есть он респект, потому что fiindcă asta nu... Прошлый раз Ози вышел, читал под румынский бит, что ему сказал Мустаф, нахуй ты это делаешь, если ты не можешь. Он... Пиздим в чате. Вот. Я не в курсе, я сижу в чате каждый день, братан. Так хорошо, чувак, Мустаф это его мнение, я не Мустаф, у меня свое мнение, хорошо? Eu cred că asta e de apreciat, pur și simplu omenești, eu nu știu ce a fost, dar trecut omenești de apreciat, fiindcă omul tot timpul a făcut în română și vdrugul a făcut în rus. Asta a făcut un respect pentru tine, cumva. Că tu nu știu dacă făceai tu în română, știi? E ok. Eu, mie îmi se pare că putem să ne nivelăm aceste două chestii. Una cu prohibit cu bitul, alta care are un plus pentru asta. Așa că hai să luăm pur și simplu de fiecare și eu spus, cumva, luăm după text, da? Tu ai o atitudine foarte bună, ești ca automat, nu ceasă hălăstâmi streleaiești. Că îmi puși, dar nu prea să uiți, nu prea să înțelegi ce anume ai vrut să spui. Știi, cumva așa, cel puțin asta așa cred eu. El a avut mai multe punch-uri, la sigur asta, mult mai multe punch-uri și mult mai multe chestii și fiști interesante. Votul meu e pentru Mirun. 1-1. Ivan. Mie mi-a plăcut acest bat, mi-a plăcut ambii foarte mult, mi-a plăcut... și am apreciat și eu pasul tău de a citi în limba rusă, să spunem așa, dar chiar eram curios, măcar un round, vreau să-l aud foarte tare în român, nu știu, de ce vreau să-l aud. Dar am înțeles. Dar... sincer, ați fost ani de buni, dar, mă rog, trebuie să aleg Mirun. Cu 2-1 câștigă Mirun. Мы показали шоу!